Доброе утро! Сегодня у нас четверг, рыбный день, и мы предлагаем вам приготовить фаршированную щуку. Берем предварительно подготовленную почищенную щуку. Отрезаем голову. Аккуратно надрезаем кожу, чтобы не порвать. Снимаем не до конца. Возле хвоста отрубаем. Так. И выворачиваем. Вот у нас получилась из щуки такая шкура, типа как чулком называем. У головы убираем жабры, тоже чистим ее, моем. И теперь удаляем мякоть. Режем помельче, чтобы было удобнее пропустить через мясорубку. Удаляем все косточки. Филе из щуки у нас уже готово. Теперь мы его пропустим через мясорубку и добавим хлеб, замоченный в молоке. Мы пропустили через мясорубку филе щуки и хлеб. Вот у нас что получилось. Теперь пока мы отставляем это в сторонку и крошим лук мелкими кубиками для добавления фарш. Лук-морковь мы порезали и идем жарить на отдельных сковородках. Пока у нас лук-морковь остывает, мы шкуру щуки солим, перчим. Все аккуратно, тщательно перемешиваем. Для вкуса и аромата добавляем свежую петрушку. Берем подготовленную щуку и наполняем его подготовленным фаршем. Берем противень, смазываем маслом и укладываем на него нашу подготовленную рыбу. И аккуратно к основанию приделываем голову, чтобы тоже поджарилась. Прежде чем рыбу поставить в духовку, ее нужно проколоть или иголкой, или зубочистками шкуру, чтобы не вытек сок и не порвало шкуру. И отправляем нашу рыбу в духовой шкаф на 40 минут. Пока наша щука-царевна готовится, мы будем готовить для нее украшения. Наша рыба испеклась, и мы ее начинаем украшать розами. Наша щука-царевна готова. Всем приятного аппетита!